Прием заявлений о назначении школы по месту жительства для детей, которые отправятся в первый класс муниципальной школы в сентябре этого года, начался еще 1 марта. В соответствии с данными Регистра народонаселения, в Таллине школьного возраста в этом году достигнут 4602 ребенка. Если вы являетесь родителем будущего первоклашки и вовремя подали соответствующее заявление о назначении школы, то оповещение о том, что ваш ребенок получил место в школе по месту жительства, должно было прийти к вам на указанную в заявлении электронную почту. Родители, представившие ходатайство на бумажном носителе, получат письменное извещение. Оно будет отправлено по указанному в регистре народонаселения адресу проживания ребенка. Те, кто уже получил уведомление, обязательно должны его подтвердить. У родителей есть время до 10 июня связаться со школой и утвердить это назначение. Это очень важно также сделать, потому что если этого сделано не будет, то место может оказаться, что называется, свободным, и тогда школы начнут набирать следующих детей туда. Если вы по каким-то причинам не успели подать заявление, паниковать не стоит. Ребенок все равно будет зарегистрирован в школе по месту жительства. В данном случае за основу берутся данные регистра народонаселения. Если та школа, которая им предложена, их устраивает, то им нужно подтвердить просто то, что их ребенок будет с 1 сентября в нее ходить. Если они хотят какую-то другую школу, можно попробовать связаться с руководством этой другой школы. На все волнующие вопросы по этой теме по-прежнему могут ответить специалисты Таллинского департамента образования по адресу бульвар Эстония, 5А. Но приходить туда вовсе не обязательно. Большинство ответов можно найти на сайте tallinn.ee в разделе «Услуги и информация». Вадим Малышкин, Роман Васильев, новости Таллина.